Сильнейших экскурсоводов и гидов Московской области представил региональный комитет по туризму в рамках конкурса «Лучший по профессии». Первое место занял Владимир Сизов, сотрудник музея-заповедника Пушкина в Больших Вязёмах. Конкурсанты должны были быстро ориентироваться во всех локациях, проявлять харизму и даже эмпатию. Владимир со всеми задачами справился блестяще благодаря высокому профессионализму и личному обаянию.